Пахрудей занимается бизнесом больше 10 лет. У него свой оконный цех и магазин. Он собирается расширить свое дело. В планах также открыть сварочный цех. Для расширения бизнеса Пахрудей не хватает средств. Решил найти спонсоров. Поэтому пришел на встречу инвесторов с предпринимателями Нажиюртовского района. Ее уже не в первый раз организовывает в рамках программы развития горных районов. Здесь также представители гарантийного, микрофинансовых фондов, комитета по малому бизнесу и предпринимательству и, конечно, работники фонда Шейха Заида. Он открылся в республике в мае этого года. Это целый спектр услуг. Традиционное кредитование, исламское финансирование и лизинговая программа. Кроме всего прочего, предприниматели получают полную консультацию. Это важно не только для новичков, но и для людей с опытом. На сегодняшний день нами уже обработано более 300 заявок, но люди, которые уже пришли, заявились, зарегистрировались и предоставили свои какие-то мини хотя бы бизнес-планы. Из них к данному моменту у нас на стадии завершения около 7 проектов. Комитет по малому бизнесу – связующее звено между инвестором и предпринимателем. Через его посредничество средства в этом году получили больше 200 бизнес-проектов. Здесь говорят, благодаря такой работе людей, которые действительно заинтересованы открыть и развивать бизнес, с каждым годом становится все больше. Если раньше был такой бум, когда приходили такие люди, не совсем понимая, чего они хотят, становились на налоговый учет, начинали что-то, а потом это все у них не получалось и бросали. Вот этого нету сегодня. Те люди, которые регистрируются и становятся на налоговый учет и начинают бизнес, уже процентов на 80 уже люди, которые имеют определенные понятия и знают, что они хотят. Эти достижения республики поощряются на федеральном уровне. За лучшие результаты по социально-экономическому развитию территории, за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала правительство России выделило Чеченской республике 325 миллионов рублей. Регион вошел в список 40 субъектов страны, получивших дотации. Перечень этих показателей, по которым оценивается деятельность субъекта, это 12 показателей, это темпы роста экономики, это увеличение объема производимой продукции малыми предприятиями, увеличение налогового потенциала субъекта, это снижение безработицы, снижение детской смертности. Там же есть показатель оценка населением деятельности органов исполнительной власти. Вот по данным показателям мы получили соответствующий грант. От комитета по малому бизнесу до фонда Шейха Заида. На любом уровне предприниматели могут получить всю необходимую помощь. И такие условия важны для развития сектора. Розана Цамаева, Магомед Сулейманов, Алаш Аздамиров. Новости.